Евгений Люлин провел встречу с представителями молодежного парламента при областном парламенте. Обсуждали самые злободневные вопросы. В частности, поднимались вопросы развития экономики, сельских территорий, трудоустройства молодых специалистов, поддержки здравоохранения, волонтерского движения. Евгений Люлин также обратил особое внимание на то, что в заседаниях профильных комитетов законодательного собрания должны обязательно принимать участие руководители комиссий молодежного парламента. Председатель молодежного парламента Мария Самоделкина рассказала о работе в 2020 году, реализованных проектах и задачах на будущее. Евгений Люлин также пожелал представителям молодежного парламента более активно работать со СМИ, чтобы информация о его работе была максимально доступна для молодых нижегородцев. Также, по его словам, важно понимать, что основная деятельность парламента должна быть связана с законотворческой работой. Евгений Борисович нам дал огромный толчок и мотивацию делать, делать, еще раз делать. Есть плюсы, которые порадовали. Так, серьезные, интересные проекты реализуют во многих районах. Культурные, спортивные, социальные. Вопросы профориентации рассматривают и принимают вдумчивые решения.